Конечно, это очень почетно. Но и, наверное, какая-то внешняя оценка своего труда, вот здесь как раз, что эксперты высоко оценили эту деятельность, признали одной из лучших в крае. Поэтому, конечно, переполняет только позитивные эмоции. Ну и никто не останавливается на достигнутом, движемся дальше, развиваем сообщество педагогическое в нашей гимназии, развиваем наши кадры, чтобы и другие люди тоже смогли вот таких высот достичь.